Более чем стандартная для Саратова авария. Один водитель не пропустил другого. Итог – куча потраченного времени и нервов. Но больше всего достается, как правило, инспекторам, которые оформляют ДТП. Или, как говорят сами полицейские, рисуют аварию. Быстро приехали. От 7:20. То есть сейчас там побольше? Два. Пришлось подогнать. 2 часа, да. Почему так долго едут инспекторы? Главный вопрос всех участников ДТП. Полицейские отвечают, каждый день на улице Саратова выходят 4 экипажа. Еще несколько лет назад было в 2 раза больше. Но потом количество сотрудников сократили. За смену инспектор может зарисовать до 40 аварий. Вот и участникам этой аварии пришлось померзнуть. Кирилл из Калуги не уступил дорогу цементовозу на кольце НИИ. Водителю придется ремонтировать бампер, капот и боковую часть иномарки. Еще и заплатить штраф за то, что не уступил дорогу. Хотя виновным себя Кирилл не считает. Здесь главное, я не спорю, но там стоял затор дальше. Поэтому по правилам нельзя въезжать на перекресток, если за ним образовался затор. Этот день полицейские назвали феноменальным. За сутки инспектор из Ленинского района, с которым мы дежурили, оформил всего 2 аварии. Обычно их в несколько раз больше. Ну и в конце, как обычно, посмотрим видео от наших помощников. Сегодня 2 материала от неизвестного из Энгельса. На обоих полицейский разворот от покровских водителей. Козел, а! Сука! Вот уже год в эфире нашей программы мы показываем автохамов Саратовой области. И за это огромное спасибо всем тем, кто не остается равнодушным и присылает нам свои видеоматериалы. Продолжайте это делать. Наш электронный адрес tvnews@tnt-saratov.ru. Давайте бороться с автохамами вместе.